дороже и родней, чем любимый город наш зеленый. Родной мой город Конаково, тебе поем мы славу. В любом из нас частица есть тебя. Ты был и будешь в жизни главным. Ты сила, гордость наша и судьба. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нашей малой родины большой праздник. Городу Конаково исполнилось 80 лет. С юбилеем тебя, любимый город! Праздник, посвященный 80-летию города Конаково, объявляется открытым. Горит созвездие Конаково, он город юности моей. Порой о нем и ни полслова не говорим, но все сильней в душе люблю я Конаково. Он город радости моей. Дорогие друзья, слово для поздравления предоставляется директору городского дворца культуры имени Воровского Светлане Владимировне Чернявской. Дорогие друзья, и вот сегодня я, как обычно, всегда вам какие-то песни исполняю, но в первую очередь я поздравляю с таким большим праздником 80-летия города Конаково. Город Конаково – самый прекрасный город на земле. Вы согласны со мной? Да! Молодцы, дети! Нет лучше города. И хочется в этот прекрасный день пожелать вам всем здоровья, благополучия, успехов и поблагодарить от имени администрации города, от имени главы города и совета депутатов за ваш труд, многолетний труд, который вы вложили в развитие нашего прекрасного города. Вы отдаете себя для того, чтобы у нас было хорошо и красиво. Поэтому всего вам самого-самого доброго. И, конечно же, в этот праздник всегда мы награждаем, мы получаем подарки. Вот я сегодня получила грамоту почетную. Поэтому нас ценят, потому что мы есть. В жизни бывают всякие проблемы, но если их сравнить с другими, вы меня простите. Мы живем в прекрасном, красивом городе. Мы живем в прекрасных условиях. У нас всегда есть и вода, и тепло, и мы здесь, вот здесь красивые. Поэтому всего-всего самого доброго. И вот этим малышам. Как, вы где занимаетесь? Кто где занимается? Скажите, пожалуйста, детки. В Олимпе, молодцы. Вот, видите, в Дельфине. То есть дети заняты. И всего самого прекрасного, особенно малышам нашим. И большое вам спасибо за это, за все. И я думаю, что в этот день мы поздравим ваших коллег за то, что они вместе с вами вкладывают свои усилия для того, чтобы город наш был прекрасным. Наш город богат уважаемыми людьми, которыми по праву можно гордиться. И главное для города – это люди, живущие в нем. Так было и так будет. И мы на сцену приглашаем лучших активных участников общественной жизни нашего города. На сцену приглашаются Плыкина Наталья Николаевна. Винокурова Татьяна Михайловна. Крепкова Надежда Алексеевна. Шаркунова Земфира Вениаминовна. Мартынова Людмила Владимировна. В этот замечательный праздничный день за активное участие в общественной жизни улицы Строителей, благоустройстве внутридомовых территорий, организации озеленения награждаются они почетными грамотами, дипломами и ценными подарками. Ваши аплодисменты!
что ж, давайте, давайте поактивнее, давайте поздравим своих... тех, кто с вами рядышком живут. Увидите. А сейчас мы вам зачитаем пожелания нашего главы города и администрации. В честь проведения торжественного мероприятия, посвященного празднику День города Конаково, юбилей 80 лет. Примите слова искренней благодарности за активное участие в общественной жизни города Конаково, целеустремленность, жизнелюбие. Желаем вам доброго здоровья, успехов, исполнения всех замыслов и надежд. Пусть царит в вашем доме тепло и благополучие, любовь и взаимопонимание. Мира и добра вашим родным и близким. Глава города Конаково Валерий Викторович Максимов и глава администрации города Конаково Олег Вячеславович Шаталов. И сейчас вот Земфире Вениаминовне особое поздравление, потому что ей уже исполнился 81 год. Представляете, она ровесница, даже больше, чем ровесница нашего города. Ну что ж, поздравляем вас, успехов и всего вам самого доброго. Спасибо вам. Конаково, лучший город России, ответили мы, если бы нас спросили. Мы здесь родились и пригодились молоду, и эти песни нашему городу. Встречайте! Ансамбль народной песни «Златвенец» городского дворца культуры имени Воровского. Руководитель Светлана Панкова.
Ой, думай, дай, думай, дай.
лауреат, дипломант всероссийских, международных, областных и городских фестивалей и конкурсов, вокальный ансамбль «Златвенец» городского дворца культуры имени Воровского, руководитель Светлана Панкова. Ваши аплодисменты! Так, дорогие друзья, давайте мы с вами договоримся. Песни такие веселые поют наши исполнители. Давайте поддерживайте, танцуйте, веселитесь. Сегодня же праздник! Ну что ж, дорогие друзья, а мы продолжаем. Без музыки не проживу и дня. Она во мне, она вокруг меня. И в пенье птиц, и в шуме городов, в молчанье трав, и в радуге цветов, и в зареве рассвета над землей. Она везде, и вечно спутник мой. Сегодня в нашем концерте прозвучат песни любви, песни, хорошо знакомые и любимые вами, наши дорогие зрители. И мы будем рады, если вы будете петь их вместе с нашими исполнителями. Нашу концертную программу продолжает вокальный квартет «Русская мозаика». Аплодисменты! Зарыдаю, а пойду гулять на свет. Колечко мое золото.
сидят и погудел, милые гадиночка. Колечко мое, золото весовое, сердечко мое, никем не занятое. Колечко мое, золото весовое, сердечко мое, никем не занятое. Где мы с милым целовались, там зеленая трава. Где мы с милым расставались, там посудный греха. Я хожу по вечерам с подружками на речку. Если встретимся с тобой, верну тебе колечко. Колечко мое, золото литое, сердечко мое, никем не занятое. Колечко мое, золото литое, сердечко мое, никем не занятое. Колечко мое, сердечко мое. Колечко мое, золото бедное, сердечко мое, никем не занятое. Но я все-таки вас прошу еще активнее аплодировать нашим исполнителям. Давайте попробуем. Раз, два, три, начали!
вы молодцы! А вот лучше всех дети стараются. Вот с них пример берите. Ну-ка, дети, покажите пример. Вот, молодцы. Ну что ж, родной мой город Конаково, я этим городом храним. И провиниться перед ним не дай мне Бог вовеки. А еще наш город богат талантливыми, творческими людьми, которые любят музыку и занимаются вокалом. Встречайте, для вас поет Юрий Новиков. «Загадай желание» песня называется. Еще одна. «Сиреневый туман». «Сиреневый туман» Полночь
кондуктор, не спеши. Кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь всегда. Кондуктор, не спеши. Кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь всегда. Ты смотришь мне в глаза, праздником. Юрий Новиков, дорогие друзья, музыкальный подарок вам дарит солистка городского дворца культуры имени Воровского Нина Пяткина. Ваши аплодисменты. А сейчас я вам спою «Ромашки спрятались». Ромашки спрятались, они крилютики, она застыла я от горьких слов. Зачем вы, девочки, красивых любите? Постоянная прощения.
Спасибо. Дорогие друзья, на сцену приглашается еще одна солистка городского дворца культуры имени Воровского Надежда Белякова. Ваши аплодисменты!
дорогие друзья, для вас поет Валентина Семененко. Валентина Семененко. И небо синь, и солнце золотое, и Волги гладь, и ширь полей. Теперь мой город стал еще красивей. Ты, Конаково, город юности моей. Дорогие друзья, встречайте. Для вас поют Нина Пяткина и Надежда Белякова.
Какие у тебя глаза?
Нина Пяткина и Надежда Белякова. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. А для вас поет вновь Юрий Новиков. Встречайте, пожалуйста. Песня «Начни сначала» Евгения Мартынова. Меня с ума свела, разбила.
простила сердце мне, покой взяла. Так, выходите ближе сюда, а вы аплодируйте все и поющему на сцене, и танцующим здесь, в вашем зрительном, так сказать, зале. Итак, мы продолжаем. Для вас поет Юрий Новиков и группа подтанцовки «Улицы строителей». Аплодисменты! Лада! На коня верхом садясь. Ярославник, час разлуки, Ярославник, час разлуки, говорил, наверно, князь. Улица не надо, Лада, улица не надо, Лада, для меня бы всех награда, Лада. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой, для меня ты будешь ладушкой, Лада. Нам столетия не преграда, нам столетия не преграда, но хочу я, чтоб опять. Группа по танцовке, мы еще сильнее, быстрее, быстрее, танцуем еще лучше. А помните, это время, станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой, для меня ты будешь ладушкой, Лада. Половинки пестрых радуг, половинки пестрых радуг, сложим мы на зло дождя. Мы умножим нашу радость, мы умножим нашу радость и разделим пополам. Станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой, для меня.
Спасибо за поддержку. Ладушки все на сцену. Быстро, 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 ко мне. Так, подожди, нет, вот взрослые девушки. Подожди, девчонки, подождите. Так, взрослые ладушки идут. Они так танцевали. Так, ваше имя? Галиночка идет, так, дальше. Татьяна, так, проходите, вот здесь выстраивайтесь, в рядочек. Вот поближе, вот сюда, так, еще. Нина, Татьяна, так, а где еще? Так, подождите, а вот... Сюда, идите сюда. Вот, в белых брюках, да, и вот сюда. Сюда, скорей. Тоже так танцевала. Что вы? Так, как зовут? Ниночка. Так, вручаются сувенирные кружки. Так, группе поддержки. Ваши аплодисменты. Так, спасибо вам большое, молодцы. Да, конечно, я видела. Все видели, как вы старались, тем более за город. Только за город. Молодцы! Молодцы, спасибо вам. Веселые песни еще будут. Вот я отвечаю на вопрос. Мой город, моя малая родина. Знаешь, я люблю твои краски природы. Люблю запах сосновый, независимо от погоды. В детстве моем любимым местом был берег Волги. Жаль, что детские года так недолги. Но все как казалось чудесным, так и навеки останется. И знаю точно, через года душа домой потянется. А здесь все будет так по-домашнему, тепло и уютно. Конаково в сердце моем будет жить ежеминутно. Дорогие друзья, с прекрасным праздником, с юбилеем нашего города вас поздравляет вокальный ансамбль «Северяночка». Жители вашей улицы, я не слышу бурных аплодисментов. Дорогие друзья, они ведь все члены ветеранской организации Кольской атомной станции, проживающих в городе Конаково. Они ведут очень активный образ жизни. Я думаю, что вы все знакомы с этим коллективом. Ну что же, вокальный ансамбль «Северяночка», хормейстер Елена Кривошеева, руководитель Елена Кривошеева, а хормейстер Евгений Дадаев. Сегодня Евгений не здесь с нами, но он на главной сцене, его награждают. Он у нас теперь, вы увидите его фотопортрет на доске почета у администрации. Давайте поаплодируем руководителю этого прекрасного коллектива Евгению Дадаеву и Елене Кривошеевой. Это она держит весь коллектив, можно сказать, в ежовых рукавицах. Но коллектив очень красивый, талантливые люди здесь поют. Они не раз ездили и на всероссийские конкурсы. Вы знаете, их знает вся страна. Давайте послушаем, как они поют. Итак, встречайте. Северяночки перед вами. Ну, а веселые песни будем петь. А сейчас для вас душевные. Подпевайте.
Дорогие друзья, я чувствую, что этот коллектив вам очень хорошо знаком, и ваши аплодисменты – это прям вот лучшая для них награда. Ваши аплодисменты. А я, знаете, вот хочу, пожалуйста, пригласить вот этого мужчину, который снимает. Поднимитесь, пожалуйста, на сцену. Оставьте вот наш... Нет, наш... я тогда сама к вам подойду. Дорогие друзья, я специально вот вручила этому человеку наш приз, кружку с юбилеем Конакова. Дело в том, что его видеоматериал будет использован в нашем интернете, да? Вот. Давайте поаплодируем. Так, дорогие друзья, у нас еще остались два приза. Но я хочу, чтобы в этом конкурсе, я имею в виду, потанцевать. Но не все же женщины, уважаемые мужчины. Как вы на то смотрите, чтобы вот здесь два приза? Так, вот те мужчины, которые... Ой, мне так они нравятся. Вот здесь, подойдите сюда, поближе. А вот тот в шляпе, вот такой прям импозантный мужчина. Можно? А? Ну, поддержать коллектив. Так, так, давайте им попросим аплодисментами, а? Так, ну что, мужчины, с Северяночкой вот здесь потанцуем и оценим. Так, женщины, так, так, вот как группа поддержки была у Юрия Новикова, а у женщин нету группы поддержки. Вот, вот двое. Итак, танцуем. Так. Группа поддержки и танцуют все с ансамблем «Северяночка». Yeah.
Ваши имена, пожалуйста. Андрей и Петр. Призы специальные получите. Так, спасибо. Аплодисменты громче. Вот это была поддержка. Спасибо. И вам спасибо. А мы продолжаем. Северяночка поет для вас, а вы все танцуйте. Итак, продолжаем. Thank you.
Дорогие друзья, огромное спасибо вам за то внимание, которое вы нам уделили. Ну а всех полярнозоринцев, всех конаковцев с Днем города! Ведь в полярных зорях сегодня отмечает 44-летие нашему родному, любимому северному городу. Здоровья вам, удачи и успехов! Ну, а ваши аплодисменты нашему прославленному коллективу. На сцене ансамбль «Северяночка». Аплодисменты ваши. Да, именно для вас, дорогие друзья, уважаемые наши конаковцы, была подготовлена эта юбилейная праздничная программа. Дорогие, уважаемые наши, все мы любим свой молодой зеленый город за то, что он есть. А мы в нем живем, трудимся, растим детей и радуемся жизни. Пусть наш город будет цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи наполнена душевным теплом. Поздравляем город милый с днем рождения родной! Столько мы вложили силы и построили с тобой. Без сомнения, ты прекрасен, хоть порой не видим мы, как велик, широк и статен твой покой средь кутерьмы. Ты расти и развивайся, строй и память сохраняй. Будь борцом и не сдавайся, прошлых лет не забывай. С праздником, любимый город! Дорогие друзья, давайте все аплодисментами еще раз отпразднуем наш славный 80-летний юбилей нашего любимого города. Ну и в подарок вам сейчас прозвучит хорошая песня про наш любимый город. Ну, а мы с вами прощаемся. Программу подготовила и провела Вера Жулева. До новых встреч! Так всего гольется лето.